Предоставить одиноким родителям пособие на детей в размере 2 прожиточных минимумов предлагают депутаты фракции «Справедливая Россия за правду» в Госдуме во главе с руководителем фракции Сергеем Мироновым. По закону о ежемесячных выплатах семьям с детьми родители могут получать пособие на первого и второго ребенка. Чтобы получить деньги от государства, лимит совокупного дохода семьи на каждого ее члена должен составлять не более 2 прожиточных минимумов. Средства выплачиваются до тех пор, пока ребенку не исполнится 3 года. По словам Сергея Миронова, депутаты фракции «Справедливая Россия за правду» считают необходимым дополнить перечень граждан, которые могут получать пособие от государства. Выплачивать пособие на детей необходимо одиноким родителям, а его размер должен составлять 2 прожиточных минимума. На сегодняшний день это от 21 до 46 тысяч рублей в зависимости от региона проживания.